День матери – один из самых трогательных и светлых праздников, который отмечается в мире. Ведь с образом матери ассоциируются самые лучшие воспоминания в жизни человека. Вот уже почти 20 лет в последнее воскресенье ноября День матери отмечают в России. В этом году это 29 ноября. В преддверии праздничной даты мамы Славянского района принимают подарки и поздравления, в том числе от губернатора Кубани. Многодетная мама Алена Лавренкова воспитывает 9 детей, 6 из которых приемные. За заслуги в воспитании детей, за вклад в возрождение и укрепление семейных традиций на Кубани, Алена Анатольевна была награждена почетным дипломом губернатора Краснодарского края. По поручению губернатора Ивановича Кондратьева за его подписью вручить почетный диплом, поздравить вас с Днем Матери, в преддверии праздника и пожелать, конечно же, вам здоровья, мира, добра, благополучия всем вашим деткам, чтобы они вас радовали, чтобы учились, занимались творчеством, спортом. Это наше подрастающее поколение, поэтому мы вас от души поздравляем. Всего вам самого доброго. Такой высокой награды было удостоено всего 15 матерей со всего края. В их числе и мама из Славянского района – Алена Лавренкова. Это, наверное, итоговая оценка тому, что длится уже на протяжении 8 лет. Я приемная мама. Как итоговая оценка в школе, да? Ты шел, учился, старался, и тебе пятерка там или четверка. И я думаю, что это тоже итог того, что я вот старалась, любила, училась сама от них чему-то. И это итог, мой итог того, что я заслужила, наверное. Алена Лавренкова – удивительная женщина, сильная, состоявшаяся как жена и мама, с большим чутким сердцем. Она стала родной и единственной для всех своих детей. Главный ее секрет не только в любви и заботе, а в умении слушать и слышать детей, а еще быть для них надежной опорой в жизни. И на вопрос, что бы вы хотели пожелать всем мамам, она ответила именно так. «Не предавайте никогда своих детей. Ни в коем случае нельзя предавать детей. Поверьте, это предательство несется годами. Любите, любите, дорожите своим ребенком, каким бы он ни был. Никогда не обижайте своих детей, мама. Это самое важное». Анна Монастыренко, Игорь Иванчуков, программа «События».